Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу вам показать, насколько уже освоился к нам Мартин. Сейчас мы будем его кормить. Арслан мне почему-то не разрешает зайти внутрь и вот так покормить, поэтому будем кормить через лет. Кушать-то хочется. Тянется. Ты сволочи, отойдите отсюда. Садист, заставляет так близко подходить, да? А кушать Мартину-то хочется. Нас, конечно, он кушать не будет, если он нанесет, но сам факт того, что он не боится подходить практически вплотную к нам уже, то очень хорошо. Крыс он не ест. Да, крыс он не ест, это проблемка небольшая. Его проблема. Да, Мартин, твоя проблема? Наша будет без крыс. Хотя ему же было бы лучше, если бы крыс ел еще разнообразнее. Смотри, второго раза решил даже около нас поесть. Ну, очень-очень. Мартин, какой ты красивый. Лениво стало таскать далеко, говорит, слишком к домику. Да, я же тебе сама ее дала, зачем я это не ограничить. Так. По просьбе подписчиков мы попробуем другой поводок. Точнее, не попробуем, он у нас так постоянно был. У нас разные поводки для разных целей. Иди ко мне. Да подожди. Подожди, да. Она уже хочет играться. Я понимаю, что она хочет играться. Курчалка. Ушла. Нет, нет, нет. Вот та же ситуация, что и с коротким поводком, только на большом расстоянии. Контролировать сложновато, на самом деле. Укороти и встань рядом с ней, типа короткий. И бегите, как обычно. Вот. Понимаете, да, суть короткого поводка? Кошки вам не собаки, здесь несколько иной. Как хорошо тебе по снегу, да? Блин, но вот когда... из-за вас я себе все заслужил. Ты моя снежная девочка. Снежинка моя, иди сюда. Ну вообще широкие лапы все равно не помогают. У тебя есть еще джинсы? Джинсы у меня много. Ну все, поменяешь. Просто у меня уже и там мокрые. Ума! Побежали!
Она теперь беленькая. Застрял везде. Ленивая, вся в снегу. Ума. Моя снежная душа. Пойдем покажем. Да. Все, домой. Иди сюда. Иди сюда. Пойдем, моя красавица. Кто такая большая киса? Недоволен. Пойдем. Пойдем, моя. Моя девочка. Да. Вот тело. Да. Она уже от снега отряхнулась. О, а я нет. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до скорых встреч. Ося, ленивый кот. Ленивый кот. Ты встать решил? Кот встал. Или... Пусть. Он за игрушками теперь только наблюдает. Пусть. Мой котик.